Цзяньцзян-Юань – один из первых национальных парков, созданных в КНР, крупнейший по площади в стране. Он расположен на Цинхай-Тибетском Нагорье, которое часто называют китайской водонапорной башней. Именно на нем находятся истоки рек Янцзы, Хуанхэ и Меконг. Сейчас здесь обустраивают еще два национальных парка – в горах Цилянь и в районе озера Цинхай. Усилия по сохранению уникальных экосистем приносят заметные результаты. Местная популяция тибетских антилоп за последние полвека выросла с 20 до 70 тысяч, а число краснокнижных снежных барсов превысило 1200. В районе озера Цинхай обитает уже более 600 тысяч водоплавающих птиц, а популяция редкого голого карпа в водоеме увеличилась в 50 раз. Если вы съездите на озеро Цинхай в этот сезон, вы увидите миграцию десятков тысяч голых карпов. С точки зрения биоразнообразия, наш регион один из самых важных в стране. Причем он оказывает серьезное влияние на климат в Азии, Северном полушарии и даже во всем мире. Ежегодно провинция Цинхай поставляет от 60 до 90 миллиардов кубометров пресной воды в районы, расположенные ниже по течению. Цинхай находится в авангарде развития национальных парков КНР и стремится занять место на вершине экологической цивилизации. Усилия местных властей направлены на то, чтобы сделать китайскую водонапорную башню еще более зеленой.